Ребята, всем привет! Вы на канале «Семья на чемоданах». Наш канал про путешествия. Мы путешествуем с детьми, и когда-то давно мы приняли для себя решение, что очень хотим посмотреть мир. Сейчас на нашем канале вы можете наблюдать выпуски, которые посвящены нашему путешествию 2019 года. До этого, к сожалению, мы не снимали, потому что не думали об этом. В 2019 году по весне мы уехали из Москвы, переехали на Красную Поляну и начали смотреть все в округе. Мы посмотрели все Черноморское побережье, выпуски в достаточном количестве уже есть. Мы изучили всю Абхазию, потом на машине мы отправились в Крым и проехали его полностью и вернулись сюда домой. За все время мы проехали почти 20 тысяч километров и все это с двумя маленькими детьми. Поэтому обязательно подпишись на наш канал и наблюдай за нашими выпусками, ведь у нас действительно очень интересные путешествия, и мы делимся своими какими-то лайфхаками, которые мы сами приобретаем. Итак, мы вернулись в октябре домой, и не просто так, потому что нужно было сделать ряд вещей. И тогда в Крыму, когда мы были, мне позвонил менеджер одного из банков и предложил, знаете что? Правильно, карту Priority Pass. Я думаю, что многие о ней слышали, кто-то уже интересуется, у кого-то она есть, поэтому, у кого она есть, что-то я упустил, обязательно напишите в комментариях под этим видео, чтобы другие могли изучить досконально, возможно, я что-то пропущу или скажу немножечко неправильно. Итак, вот моя карта, получил я ее в Сбербанке. Давайте я немножко про нее расскажу, а в целом не про нее, а про все бонусы, что дает именно премиальный пакет от Сбербанка. Почему я, в принципе, решился на этот шаг и получил карту Priority Pass? Во-первых, у меня у брата уже есть такая карта, и он по ней летает, совершает путешествия, то есть посещает бизнес-залы. К тому же, если ты становишься премиальным партнером банка Сбербанк, то у тебя есть куча плюшечек, куча бонусов. Итак, первое, которое у тебя прилетает, это вот карта Priority Pass. Что она дает? Она дает в аэропортах мира, там, где есть бизнес-залы, ты посещаешь абсолютно бесплатно. И к тому же ты проводишь своих друзей, коллег, либо семью. То есть вот нас 4 человека, мы можем все по моей карте проходить в бизнес-залы. Я думаю, что это очень классно, потому что либо ты ожидаешь, да, самолет в общем зале, либо ты ожидаешь в бизнес-зале. Но, наверное, не все так было бы интересно, если бы сам бизнес-зал не был бы наполнен такими штуками, как, первое, бесплатные прохладительные напитки, а также, кто выпивает, вы можете тоже выпить алкогольные напитки. Согласитесь, это круто, это будет совершенно бесплатно. Дальше, вы получаете бесплатно легкие закуски где-то в каких-то бизнес-залах, опять-таки, сразу подчеркну, мы ни разу не использовали пока эту карту, потому что мы отправлялись в автопутешествие, и на самолете по данной карте мы не летали, мы не проходили бизнес-залы. Но я просто знаю, что это, так как есть вот пример, допустим, как минимум, да, моего брата. В ближайшее время мы по ней пройдем в бизнес-зал, и оттуда уже сделаем обзорчик и выпуск, поэтому подпишитесь на канал. Где-то в каких-то бизнес-залах есть прям шведские столы, где ты можешь тоже набрать себе безлимитной еды и покушать как следует, и накормить свою всю семью, либо своих коллег. Конечно же, вы получаете бесплатный Wi-Fi во множество бизнес-залов всего мира. Подчеркну, это не везде. Для тех, кто любит читать, конечно, есть бесплатные газеты, журналы. Это тоже есть почти везде, почти во всех бизнес-залах. Также, например, если вы полетите по какой-то деловой встрече, встретитесь там с партнером и проведете его туда, что вам сделает такой огромный-огромный плюс. Есть конференц-залы, где вы можете спокойно, в достаточно классной VIP, так сказать, обстановке провести какую-то встречу, какие-то переговоры. Это вам тоже сыграет прям на руку. Также в некоторых, почему-то это подчеркнуто, в некоторых бизнес-залах вы можете бесплатно посетить душевые, воспользоваться спальными местами, то есть где-то передохнуть, поспать, то есть да, какой-то гостиничный, наверное, сервис у них есть, и также воспользоваться спа-центрами. То есть я пока не знаю, где это есть. Если вы знаете, вы пользовались уже этим, напишите, пожалуйста, в комментариях, за это будет огромное спасибо, потому что мы еще это не проходили. Вот.
Как найти бизнес-залы, куда вы летите? Вы можете скачать просто приложение на телефон, и, соответственно, там есть перечень, список, куда вы летите, вам всю эту информацию предоставят. Вот, я совсем недавно, кстати, скачал себе это приложение, хотя карта у меня уже на протяжении 4 месяцев. Также вы получаете круглосуточную поддержку Priority Pass, по которой вы всегда можете проконсультироваться и получить консультацию по бизнес-залам. Также для меня было очень важно, у нас был такой острый момент, так как мы зарабатываем на своих бизнесах, мне нужно финансы разделять. У меня есть ИП-шный счет, на нем есть карта, есть еще счет, есть карта и так далее и тому подобное. То есть, но нам, мне, допустим, нужно вот все финансы, да, разделять. Вот, допустим, прилетела мне какая-то копейка, мне нужно из нее каждый процент вывести, я так регламентирую свои финансы. И Сбербанк тогда мне предложил, что при участии в данной премиальной программе вам дадут аж целых, ребята, 5 премиальных карт. Конечно, вы можете взять только одну, но я же это русский человек, я сразу, давайте мне 5, короче. Вот. Итого я сделал, ну, я посоветовался там с менеджером, я сделал себе мастер, 3, получается, да, 3 мастер-карты. У меня получается одна долларовая, одна евро, одна рублевая. И сделал 2 визы, они тоже рублевых. Вот, ну, так и сказали, лучше сделать так. И, соответственно, мне это очень и очень удобно. Кто нуждается также в карточках, да, пожалуйста, круто, делайте. Это премиальные карты. Что они дают? Первое, что они дают, давайте вот прям первое, что вообще дают эти бонусы. Для меня это очень важно. Вам дают личного менеджера. Это тот человек, который с вами 24/7 на телефоне, причем у него не просто какие-то цифры, мобильный номер. Вы в любой ситуации, в которой что-то происходит, вы можете ему позвонить, и он вам все сделает, подберет, свяжет с кем надо и так далее и тому подобное. То есть эта опция очень крутая. Я еще понял эту опцию, когда я стал тоже, как это так называется, в МТСе, премиальным тоже таким ихним клиентом, и мне выделили менеджера, с которым я очень-очень давно, прям, наверное, года, наверное, 2,5, у меня есть личный менеджер, и поверьте, это очень клево. Когда у меня заканчивается интернет, я ему всегда звоню, я про что-то прошу, и с другой стороны, он мне накидывает какие-то плюшечки, бонусочки, то есть вот прям, это классная картина, когда у вас есть собственный менеджер. И вот сейчас в Сбербанке такая тема появилась, и я, конечно же, этого не упускаю. Дальше, когда у вас есть премиальные карты, у вас идет повышенный бонус. Для тех, кто не знает, мы, например, с семьей очень любим Burger King. И мы всегда, там, учитывая, что транзакций проходит очень много, у нас копится очень много бонусов. И мы порой ездим туда, ну, достаточно часто, когда мы туда попадаем, мы всегда кушаем бесплатно на эти бонусы. Кэшбэк очень повышен. Например, на Газпроме я заправляю машину 1000 рублей, 100 рублей мне падает бонусами обратно. Ну, согласитесь, это прям нормально. Вот. Также в супермаркетах, вообще, в общем, везде у вас до 20% идет кэшбэка в виде бонусов. Прям это очень круто. Причем вы можете выбрать какие-то там пункты, вам делаются, что, ну, например, вот вы понимаете, что на заправку тратите много, вы можете сделать еще более повышенный уровень кэшбэка, и еще больше 20% вам будет возвращаться. То есть прям это класс. Дальше, кто занимается какими-то вкладами, да, я этим не занимаюсь, но знаю, что там какие-то повышенные есть вклады, то есть не такие, как у всех. Соответственно, тоже, кто интересуется, наверное, вам это будет полезно, я этим не занимаюсь. Мне достаточно интересно, что есть курс валют, который, допустим, ты поехал в другую страну, опять-таки, пока не проверяли, ты расплачиваешься картой, и он без повышения конвертации в другую валюту, он снимает, ну, адекватно конвертирует, и ты расплачиваешься. То есть прям хороший курс. Это тоже возможно только вот с премиальным этим пакетом. Дальше, что немаловажно, у вас появляется личный юрист. Пока не пользовался личным юристом, слава богу, пока не надо, но насколько качественно это работает, не знаю. Но есть, да, то есть какая-то ситуация случается, вы можете позвонить личному менеджеру, он вам свяжет с юристами, вы можете по ДТП, например, там проконсультироваться, ну, в общем, все, что у вас какие-то юридические вопросы возникают, всегда можете позвонить, нет так нет, поможет, значит, согласитесь, классно. Вот. Соответственно, есть такой пункт, как возврат налога.
Я тоже этим не пользовался, потому что у меня ИП, у меня немножко другая история, вот, но в частности, например, вот если вы как частное лицо там где-то работаете, да, и вы купили, например, жилье, вы можете 13% прям вернуть по каким-то специальным условиям, если вы являетесь партнером вот этой программы. Дальше, что немаловажно для нас было, это то, что предоставляют бесплатную страховку для всех твоих членов семьи. То есть у нас 4, мы получили 4 абсолютно бесплатных страховки, которые действуют. Вот мы сейчас живем в Подольске, это в Подмосковье. Вот мы выехали за пределы радиуса 100 километров, все. Мы там застрахованы, и у нас там, если мы обращаемся за медициной, нам вернут деньги по приезду, да, когда мы подадим на возврат денег. То есть это очень классно, это очень удобно. И самое главное, что для меня это бесплатно. Вот мы полетим, например, в другую страну не по путевке, да, а с каким-то своим ходом. Соответственно, это очень важно, чтобы все были застрахованы, чтобы страховка. А если покупать ее вообще отдельно, где-то там, через какие-то компании, то кто не в курсе, это стоит прям хорошо, прям хороших денег. Поэтому вот для меня это тоже был огромный плюс, почему я ввязался во всю эту историю. Вот. Также какие-то там ячейки дают, я в этом не вникаю, кто в курсе, кому нужны какие-то ячейки со скидкой 20%, тоже можете загуглить. Если у вас есть какая-то проблемка со здоровьем, да, вы можете позвонить также через личного менеджера, он вас свяжет с тем профессиональным консультантом, который вас проконсультирует, либо в дальнейшем поможет решить вашу проблему по здоровью. Это как бы не относится к страховке, это вот отдельный такой бонус-сервис, да. Вот. Ну и, соответственно, да, здесь как бы для меня сейчас это бесплатно. Соответственно, поэтому я и ввязался. Например, вот каждая карточка премиальная в год, по-моему, стоит 4500. Обслуживание с вас будет снимать. У меня 5 карт, они абсолютно бесплатные. Почему? Почему так? Во-первых, когда я заключал, мне сказали, что если вы будете в месяц суммарно транзакции по карте проводить, суммарно со всех 5 этих карт, суммарно будете проводить более 100 тысяч, 100 тысяч или более, то обслуживание ежемесячно будет бесплатно. Если не проводите, то 2 или 2500, по-моему, в месяц. Так как мы четко знаем, что свыше 100 у нас прокатывается по карте, то без проблемы вообще вязались, даже не думая. Если у вас не проходит 100 тысяч по карте, то ну ничего, вы можете положить там на депозите, чтобы у вас лежало на этих картах суммарно на всех счетах что-то миллион или полтора в рублях, и тогда можете пользоваться бесплатными, проходы будут бесплатны, бизнес-залы. Вот, поэтому, опять-таки, да, подчеркну, если что-то я забыл, либо что-то я некорректно указал, пожалуйста, напишите в комментариях, это нормально, дайте обратную связь, я очень жду ваших комментариев, потому что мы толком еще не попользовались, особенно по карте, вот, приорите, что касается каких-то бизнес-залов, залов, полетов, может быть, какие-то крутые есть возвраты, кто уже пользовался, если, допустим, транзакцию проводить по каким-то авиакомпаниям, либо на каких-то направлениях, есть ли какой-то повышенный кэшбэк, тоже отпишитесь, пожалуйста, я очень буду рад, и все, кто смотрит канал, тоже получат классную информацию. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому выпуску, нажмите на колокольчик, спасибо, что посмотрели этот выпуск. До новых встреч!